Вот сейчас перестроение. Сейчас для Коноплянки место есть. Керр ему помогает, подключается, увидит. Коноплянка. Сразу с мячом. Вот Коноплянки есть, конечно, команда в сложном положении. Команда выступает в два мяча. И Коноплянка все время с мячом. Мяч у Коноплянки. Ну, встречает высоко. Почему делает это Штинго? Не отрушается черновой работы. Капитаны на подсчет. Снова гости. Они должны сейчас больше атаковать. Это понятно. Бенталеп. Евгений Коноплянка. Мяч-то берет. Но вот вперед ему идти не дают. Быстро разобрались. Несколько эпизодов сегодня выдающейся красоты. Я напомню, что сегодня дважды отличился за Боруссию из Мёнхенгладбаха Фабиан Джонсон. И по мячу за футбол, особенно Боруссии. Неточный пас Яншки. Он активно подключался к атакам. Но затем это уже не было так нужно. Примет решение в пользу Шальки. Арбитр дал десанту желтую карточку. Вот так вот.